Приветствую вас. Мне кажется, что вы сами можете решить, давать ли вашим отношениям шанс после того, как разберетесь в себе. Ведь вы выбирали этого человека, которым вы сейчас вместе, у вас от этого человека ребенок, сын, вот, и, соответственно, когда-то вы сделали выбор в пользу того, чтобы переехать в другую страну. Мне кажется, подобные действия, подобные поведенческие поступки вряд ли могут быть случайными. Тем более, что они здесь укладываются в достаточно четкую схему, достаточно четкую систему. И полагаю, что в этом, в этой вашей активности есть какая-то направленность, есть какой-то мотив. То есть, иными словами, ваша пустота и изолированность от мужа каким-то образом стали возможны. И их возможность этого не появилась на ровном месте. Поэтому мне кажется, что вопрос, давать ли отношениям шанс, как минимум, поставлен некорректно. Вы находитесь в определенном кризисе, вы не понимаете, что с вами происходит. Вы надеетесь, что, допустим, развод, ну точнее как, я думаю, что мысли о разводе, в том числе и оправка вопроса нам сюда, дают вам иллюзию того, что вы что-то решаете, дают вам иллюзию того, что что-то происходит, что вы сами можете на что-то повлиять. Вот. Но по факту, конечно, реально, мне кажется, делать что-то вы не готовы. Хотя бы потому, что, можете не знать то, чего вы хотите. Но вы можете просто элементарно не понимать, что вам нужно. Вот вы говорите про одиночество. И одиночество — это что? Одиночество — это всегда то, что я себе сам отвергаю, и то, что я надеюсь как-то компенсировать за счет других людей. Понятно, что не все, и понятно, что эмоциональный контакт действительно нужен. У меня такое ощущение, что, вы же понимаете, что первая реакция, как вы говорите, я такой человек, мне нужен эмоциональный контакт. Согласен. Но а каким образом у такого человека, как вы, оказался такой муж, который абсолютно без эмоционального контакта может обходиться? Значит, здесь дело не в эмоциональном контакте. Здесь дело, вероятно, в чем-то другом. Например, в подспудном желании добиваться внимания, в подспудном желании обращать на себя это внимание, а не просто в эмоциональном контакте. Когда люди нуждаются в эмоциональном контакте, они организовывают свои отношения таким образом, чтобы у них этот эмоциональный контакт
был. Я вас не обвиняю, я говорю лишь о том, что здесь все может быть не так просто. Да и в самой потребности в эмоциональном контакте тоже может быть что-то еще, помимо того, о чем вы изначально говорите. То есть там может быть и какие-то страхи, там могут быть и какие-то переживания, там могут быть и некоторые опасения, да, там может быть и ощущение, что моя жизнь там, ну, допустим, пуста, и ощущение, что я не живу и так далее. То есть, по сути, здесь вопрос о том, насколько вы управляете своей жизнью и насколько вы внутренне согласны с тем, что вашей жизнью управляет другой человек. Ну, например, в данном случае можно говорить о вашем муже, как вы понимаете. Поэтому ситуация здесь, на мой взгляд, далеко не такая простая, а вы говорите о том, давать ли вашим отношениям шанс. Ну, конечно, так как вы описываете, так и, знаете ли, подмывает сказать, что нет, никакого шанса здесь нет и быть не может. Ну, это будет не совсем правда, потому что шанс есть всегда. И вопрос в том, чего вы хотите. Понимаете, если вы решили, что вам с мужем не по пути больше, мы поможем вам пережить расставание и так далее. Но если вы хотите отношения сохранить, их нужно гармонизировать. Можно гармонизировать. Но ждать того, что муж должен меняться, а вы нет, явно не стоит. Это и ваша ответственность тоже. Тем более, что у меня есть предположение, только всего лишь предположение, пока что и вы внесли свой вклад в это подобное отстранение, ведь оно как-то появилось. Ну вот, так может быть с этого и имеет смысл начать. Может быть, именно с этого имеет смысл и начать разбираться в вашей истории. То есть, может быть, прежде чем решать сейчас и принимать какие-то судьбоносные решения, может быть, для начала во всем разобраться, вот. Только разбираться во всем желательно, знаете как, я бы сказал, с открытыми как бы глазами, с открытым сердцем, открытой душой, чтобы быть готовой вам увидеть что-то новое в отношениях, увидеть что-то новое в своем взаимодействии, например, с человеком. Если вы готовы к этому, а это не всегда приятно, к сожалению. Это не всегда комфортно, к сожалению. Вот. И если вы к этому готовы, то я думаю, что можно поработать. То есть не искать какой-то определенный ответ по типу того, есть ли шансы, что делать, а просто разбираться и смотреть, к чему вы выйдете. Ну, вот. Также я задал бы вам вопрос, насколько вам интересна ваша жизнь,
не в контексте того, что вы можете, что вы не можете, да, а именно в контексте того, насколько, ну, есть что-то, что вам в вашей жизни интересно, есть что-то, что вас в вашей жизни вдохновляет, привлекает и так далее, потому что, опять же, то, о чем вы говорите, вы говорите одиночество, есть ощущение, что вы чувствуете себя брошен. Вы говорите, она со мной не разговаривает, со мной не общается и так далее. Как будто вы не самостоятельны, вот сами по себе вы не самостоятельны. Скажите, ощущаете ли вы свою собственную ценность? Чувствуете ли вы ее, свою собственную ценность, что вы сами по себе ценны? Чувствуете ли вы, что сами по себе важны? Чувствуете ли вы, что имеете безусловную ценность? Не условную, как мне кажется, вы позиционируете в своем вопросе. А именно безусловно ценность. Вот. То есть такую ценность, когда вне зависимости от того, что делает другой человек, вне зависимости от того, как ведет себя другой человек, я ценна. Вот. Ну и вопрос, еще который можно вам задать, это куда вы движетесь, то есть чего вы хотите. У меня, например, есть такое ощущение, что вы давно перестали жить для себя. Еще раньше вы перестали себя слушать. Где-то в промежутке между этими двумя событиями вы перестали говорить о своих желаниях в реальном времени. Вот. Сейчас, как мне кажется, для вашего мужа скорее событие, чем обыденность, когда вы говорите о том, что вы хотите. И вы можете это объяснять тем, что ваш муж вас не слышит. Но если вы прислушаетесь внимательно к себе, мне кажется, вы увидите, что когда вас волнует реакция другого человека, не безразличен факт реакции, когда вы хотите именно определенную какую-то реакцию человека, то вы реагируете не для себя, вы реагируете для него. Когда вы реагируете для него, конечно же, вы в какой-то степени себя предаете. Вы живете не своей жизнью. И одиночество, которое вами ощущается, оно, конечно же, накапливается, но ну, его становится больше. Это нормально, это естественно, потому что все ваши реакции направлены на то, чтобы получить какую-то реакцию от человека. А если ваша реакция направлена на вас саму, это уже интересно. Тогда вы получаете для себя возможность, я бы сказал, устраивать отношения с людьми спонтанно, устраивать отношения с людьми естественно, вот, и испытывать естественные чувства, естественное разочарование, естественную боль, естественную злость и так далее, вот. А сейчас мне кажется, что по вашему мнению есть какой-то, знаете, ну, какая-то такая допустимая гамма чувств, которые вы можете испытывать. И все. Ну, естественно, вы
ощущаете себя не свободно. По-другому вряд ли в данном конкретном случае могло бы быть. Поэтому я думаю, что вам в любом случае есть над чем поработать. Вот. Я не рекомендовал бы ни в коем случае принимать какие-либо решения сейчас, потому что, ну, слишком очевидно, что что-то произошло, да, у вас, вот, что прям послужило такой, ну, последней каплей, да, вот, после чего вы, после чего вы себе сказали все, я там, условно обращаюсь там на сайт, да, вот, и как бы обратилась на сайт. Вот. Мне кажется, что подобная позиция, она называется кризисной, вот, а кризисную позицию, как известно, нужно проживать, то есть ее не нужно избегать, вот, но проживая кризисную позицию, вот, ну, нужно как бы удерживаться по возможности от каких-то решений, потому что кризисное состояние — это не то состояние, в котором вам доступно принятие каких-либо решений. Вот. А на этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что мой ответ вызовет у вас определенный отклик. Если вы с чем-то не согласны, вот, это нормально, но, пожалуйста, рассмотрите мой ответ, именно обращая то, что я говорю, внутрь себя, а не пытаясь от этого защититься, не пытаясь это оспорить, потому что, ну, если вы оспорите, вы просто пойдете дальше, и в вашей жизни ничего не изменится. А если вы прислушаетесь к тому, что я говорю, кто знает, может быть, у вас будут те самые изменения, которых вам сейчас не хватает. Удачи вам, всего самого доброго.